Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня 9 июля 2024 года. Я что хотел сказать по поводу света, по поводу отключения света. У нас, главное, были выходные, когда в Одессу приезжает максимально большое количество людей. Свет был, вообще не выключали. Только ночью, там, может, на несколько часов или под утро. Вот. А это вот выходные закончились. Вчера были отключения достаточно у нас длительные. Сегодня, вот тоже за сегодня лично у меня два раза отключали свет. По 4, по 5 часов света нету. Такие дела. Как это понимать, почему на выходных был свет, а сейчас его снова не стало. Вообще не отключали на выходные практически. Ну там может на час, на полтора, на два. Вот. Как это объясняется, я не знаю. И чем это объясняется. Так что сидим снова без света. Говорят, что после 20-х чисел, после 20 июля, уже ситуация со светом должна более стабилизироваться. Будем посмотреть. Ладно, всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.